Посмотрите, столько всего, изобилие фруктов, клубнички. Вау, какие вкусняшки! Вот мне дали попробовать такой лукум. Очень вкусное. Фисташки, орешки, сахар, масло. А сейчас, смотрите, я пришла вот в такое место, называется Левент Бурек. И здесь готовят вот такие вот различные буреки. Разная начинка, вот с сыром, с мясом, вот с зеленью. Вот такой вот бурек. Вот как на картинке должен сыр тянуться. Вот такое вот место. Здесь есть также сладости, пиццы. Вот такая вот у них витрина. Здесь салатики, вот. Завтраки вот такие вот. Турецкие завтраки. Вот такое небольшое место. Посмотрите, какая картинка аппетитная. Вот, посмотрите, такие вот улицы Стамбула. Ресторанчики, кафе. Собачки, вот, которые вот так вот отдыхают. Посмотрите, сколько здесь собачек. Их ничто не тревожит, вот так они просто отдыхают. Посмотрите, сколько людей. Вокруг кипит, жизнь кипит. И, ну, собачкам, они просто лежат, спят. Смотрите, какое интересное место. Истанбул Candy Shop. Давайте вовнутрь зайдем, посмотрим, что это. И здесь вот такой вот отель находится, пятизвездочный. Смотрите. Туристов, людей очень много. Вот такой вот Стамбул сегодня. Очень много различных магазинов, ресторанов, кафе. Просто глаза разбегаются. Не знаешь, в какую сторону смотреть. Кипит всю жизнь, кипит в Стамбуле. А здесь вот, смотрите, каштаны вот продают. Вот жареные каштаны. Очень вкусные. Если будете в Стамбуле, обязательно попробуйте. Вот кестане называется. 100 грамм, 15 лир. Каштаны. Вот полиция. Стамбульская полиция. Смотрите. Вот еще один, одно место, где продают каштаны. Вот такие здесь улицы. Очень активное движение, очень много людей. И вот такие вот витрины, магазины. А я продолжаю свое движение, прогулку по Стамбулу. Вот такой еще, смотрите, дунер ресторанчик. Вот такое вот место, смотрите, готовят дунер. Вот такой вот огонь, дунер. Посмотрите.
картошка фри. Вот здесь вот все при вас готовят, накладывают. И здесь вот люди едят донеры. Вот такое интересное место. Продают вот пончики. Разные пончики, сладости. А вот здесь вот готовят катмер. А, фисташки, вот орешки, молотые фисташки. А, сметана, тесто. Вот в это тесто заворачивают фисташки, сметану, сахар. И вот такое вот тоненькое тесто. Такая вот восточная сладость, турецкая. Давайте сейчас сниму, как он будет готовить. Посмотрим вместе. Смотрите, как он раскрывает тесто. Как ловко все. Вау, как быстро, смотрите. Вот у него рука набита. Смотрите, какое тоненькое тесто. И сейчас он будет ложить начинку. Вот так вот края убирает. Вау, какое тоненькое тесто. А фисташки, орешки, сахар. А масло вроде бы. Да, масло и сметана. Это уже сметана. И заворачивает. Вау, смотрите, как все ловко, быстро. И ложит формочку и отправляет в печь. А здесь, смотрите, еще готовят кунефе. Вот кунефе написано на углях. Турецкая сладость также. Ее еще подают с мороженым. Вот сверху кладут мороженое. Вот заливают сироп. Вот так вот выглядит готовая кунефе. А вот катмер и пахлава. Вот такое вот место. Вот такая вот пахлава. Посмотрите, лукумы. Вот такие различные сладости. Место называется вот Сафа. А у них еще есть второй этаж. Смотрите, люди сидят. А это первый этаж. Сейчас вовнутрь зайду. Вау, сколько народу. Здесь вот, смотрите, пахлава вот такая различная. Все так аппетитно. Вкусненько выглядит. Такое вот. Вот такое вот место, два этажа, смотрите, называется Сафа, второй этаж, и здесь вот первый. Вот такая витрина, где все видно, даже вот цены, смотрите, например, вот эта коробка стоит 134 лиры, вот такая вот разная пахлава, вот такой вот луку, тоже разнообразный. Вот здесь вот готовят. Вот такие вот, как пончики, кольца. И здесь вот такая вот очередь большая. Длинная очередь. И вот такая большая очередь стоит
закатмером. И посмотрите, здесь уже можно увидеть море. Вот впереди находится море, набережная. Посмотрите, какая красота. И сейчас, смотрите, я пришла в вот такое место, называется Хафиз Мустафа, 1864. Очень известный магазин, где готовят пахлаву, сладости. Сейчас вовнутрь зайду и покажу. Очень много, тут прям изобилие пахлавы. Смотрите, какая очередь, сколько народу. Вот такая различная пахлава. Вот такие вот лукумы. Разные. С орешками, с фисташками, с фундуком, с присыпкой. Вот такие вот разные лукумы. И что классно, здесь дают попробовать. Сразу вот заходишь в магазин и предлагают попробовать. Сколько людей здесь. Здесь также есть вот такие вот у них кофе. Вот в коробках лукумы, готовые уже. Вау, смотрите, сколько всего. Здесь вот второй этаж, можно подняться на второй этаж и там присесть. И вот здесь вот такие вот вкусняшки, сладости, торты, пироги. Посмотрите, какая красота, как все аппетитно выглядит. Какие клубнички. Аж хочется все это попробовать. Вот этот вот турецкий десерт. Вот такие торты, смотрите. Вау, какие вкусняшки. Какая красота, какие сладости. Изобилие. Вот такое метро, смотрите. Розовое такое метро. Какой дизайн интересный. А вот здесь идут ремонтные дороги. Улицы Стамбула. И вот здесь вот, смотрите, море. Можно увидеть море. Вот такое вот метро, которое отходит из станции Эминюну. Смотрите, вот такие вот улицы. Вот, смотрите, метро сейчас проезжает. И вот такие вот такая вот узкая дорожка остается для людей, для пешеходов. И вот это вот Стамбул. Вот такие узкие дороги, много народу. Такие вот магазинчики, кафешки.
Вот такой вот интересный бар. Только что только проехала одно метро, и вот уже второе. А, вот такой вот офис, смотрите, здесь можно приобрести тур по всей Турции в любое направление. Вот Каппадокия, Памуккале, Анталия. Продолжаем прогулку по Стамбулу. Посмотрите, вот такое вот место. А вот здесь вот такие вот кафешки уличные. Готовят дунеры. Вот здесь вот, смотрите. А вот меню прям. А меню находится вот прям здесь. Можно все посмотреть, цены, что есть. И вот такое вот место, смотрите. Вау, сколько всего. Какие разные витаминчики, фрукты. Посмотрите, гранаты, ананасы. А здесь также вот готовят свежевыжатые соки, гранатовый, вот морковный, апельсиновый. Посмотрите, столько всего, изобилие фруктов, клубнички. Вот такие вот есть наборы, фрукты, микс фруктов, клубничка, посмотрите, гранаты, дыня. Вот такая вот красота. Такой вот витаминный бар вот такой вот. Посмотрите, какие здесь дома, какие здания. Вот такой Стамбул сегодня. А вот такой вот, смотрите, шоп-магазин. И вот такая вот витрина здесь. Вау, как здесь круто. И самое классное, нету народу. Нету людей. Смотрите, какие столики. Как тут классно. Лукумы продают. Вау. Смотрите, сколько всего разного. О, даже дают попробовать, смотрите. Вот мне дали попробовать такой лукум. Очень вкусное. То, что мне здесь нравится, это вот заходишь в магазин или вот в кафе, и тебе сразу дают пробовать. Вот посмотрите, метро едет. И вот встречная. И вот такая вот узкая улица. Вот такая узкая улица. И вот такая вот узкая дорога остается для людей, для пешеходов. И смотрите, сразу машина следом может проехать. Я вообще удивляюсь, как так возможно. Машины проезжают, метро, на мотоциклах проезжают. И все это в одно время происходит. И я удивляюсь, как они так с управлением справляются быстро, ловко. Вот такое место интересное. А, это кафе. А, это улица, вот где находятся различные кафешки. А, вот такие вот турецкие лампы всякие, турецкие штучки, сувенирчики. Вот такой вот магазинчик. Столько всего, посуда даже, вот смотрите, чашки.